Всем привет! Новое событие. Здесь у нас есть очень интересные персонажи. Вот гиппопотама очень хочется поймать. У меня пока есть 8 призывов. Делаю 8, потому что мне как раз не хватает 8, чтобы забрать здесь очередную теллурию для обмена. И идем призывать. Делаем 8 призывов. Ну, гиппопотам, приди. Мышь-хранитель. Так, она у меня была. В принципе, хранителей у меня много. И я здесь, в принципе, за 5-звездными картами. Ну-ка. У нас осталось 6 призывов. И просто крутим, смотрим. Пока ничего интересного. Но. Баучан. Хотя, может быть, то, что буквально вчера мне выпал очередной герой месяца, пятерок мне это карму и подрезало. Питерс. Питерс был. Так, идем дальше. Феникус опять. Осталось 2 призыва. Делаем эти 2. Приходит Тривил. Хорошая карта. В свое время просто рулил. Сейчас у меня их 2 штуки на фулах. И прохожу ивенты именно ура. Шакал-хранитель. С костюмом. Ага. Так, а давайте костюм посмотрим. Наносит урон на цели 245%. Герои ближайшие союзники получают 80 защиты против тьмы. Ну, такое. Потому что тут он хотя бы резал под желтых. Ну, посмотрим. Посмотрим. Может, и заиграет. Вот теперь вот так вот мы заберем эту пятерку отсюда. Которая пойдет на обмен дух. Который должен быть примерно, по моим прогнозам, во второй половине февраля. И там вот будем забирать. Хорошо, спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся на следующих призывах. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока.